оглашены. 1 июля 2021 года для гопников Подмосковья и не жителей Московской области доступна система «Фаст-трек» на станциях с турникетами или валидаторами. Теперь не нужно каждый раз получать билет. Достаточно раз в год активировать социальную карту в кассе. При проезде достаточно приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе.